Инжиниринговая компания Mercon Technique была основана в 1995 году, отделившись от крупной инженерно-консалтинговой шведской компании. С самого начала мы зарекомендовали себя как стратегические партнеры для наших клиентов, прежде всего в разработке новых производств и производственных систем, в обновлении существующих методов производства и производственных мощностей. Из головного офиса, расположенного в городе Кальмар на юге Швеции, мы поставляем продукты и услуги на международный рынок. Нашими клиентами являются компании, расположенные в Европе, Азии и Соединенных Штатах Америки. Целью деятельности нашей компании является разработка передовых инновационных технологий и производственных решений для будущего. Наши решения дают возможность клиентам повысить рентабельность и увеличить свою конкурентоспособность. Это основные принципы нашего бизнеса сегодня. У Mercon два основных направления деятельности – решение и внедрение. На данном этапе мы предлагаем как экспертную оценку и анализ для оптимизации существующих производственных процессов, так и разработку технических решений для совершенно новых производств и автоматизации процессов. Основываясь на том, что наши клиенты хотят производить, мы исследуем, какие технологии должны использоваться, и разрабатываем комплексные решения для производственных линий и производства в целом. В целях усовершенствования производственных систем наших клиентов мы анализируем их при помощи стандартизированных методов с использованием передовых аналитических инструментов. Путем анализа мы выявляем наиболее эффективные способы повышения производительности и увеличения прибыльности компаний. Мы определяем потенциальные возможности для оптимизации и разрабатываем план действий с подробными рекомендациями о необходимых мерах, которые должны быть реализованы для достижения желаемых результатов. В нашей работе мы применяем передовые аналитические технологии, которые позволяют создавать виртуальные модели существующих или новых производств. Созданная модель может быть протестирована в виртуальной среде с имитацией реальных условий. Посредством анализа мы можем выявлять оптимальные решения для производства и создавать жизнеспособный продукт, что обеспечит как повышение производительности, так и снижение затрат в целом. Мы используем современное программное обеспечение для моделирования дискретных событий производственных процессов в сочетании с нашим уникальным инструментом анализа, который мы называем «интерактивный планировщик». Интерактивный планировщик представляет собой программный инструмент, который позволяет быстро и с помощью стандартных методов произвести анализ и оптимизацию производственных процессов. Интерактивный планировщик может быть установлен нашим клиентам в качестве программного обеспечения для долгосрочного планирования производства. Многие наши клиенты хотят знать, какие части производственного процесса могут быть автоматизированы для повышения доходности. Для того, чтобы определить потребности наших клиентов, мы часто начинаем с краткого анализа, который называется Automation Mapper. Результатами анализа является список предлагаемых решений по автоматизации. Анализ включает в себя как технические решения, так и расчет затрат и прибыли от инвестиций. Процесс автоматизации включает в себя разработку индивидуальных технических решений, которые в дальнейшем могут быть комплексно интегрированы в производственный процесс. На данном этапе мы разрабатываем производственные системы по техническим условиям заказчика. С момента основания компании мы позиционируем себя как ведущий поставщик передовых технологических решений для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности в разных странах. Большая часть оборота компании приходится на международные проекты. Наши инновационные решения разрабатываются с применением новейших технологий индивидуально для каждого клиента с учетом особенностей производимой им продукции, объемов производства и прочих ключевых показателей. Предлагаемые решения способствуют увеличению производительности и снижению издержек, что является ключевыми факторами успеха. Mercon Technique предлагает комплексные производственные решения, включая установку оборудования и производственных линий, внедрение автоматизированных процессов и система видеонаблюдения, а также обучение операторов. Mercon QI –
комплексная и автоматизированная система видеонаблюдения, которая используется клиентами в различных отраслях. Видеонаблюдение является альтернативой ручному управлению качеством. Данный метод обеспечивает высокое качество и автоматизацию процесса. Для удобства наших клиентов мы координируем реализацию проекта на этих этапах. Mercon Technique отвечает за разработку новых решений, взаимодействие с подрядными организациями, установку оборудования и обучение персонала. Также мы контролируем процесс доставки и работу оборудования и обеспечиваем минимальное отклонение от существующего производственного процесса. Благодаря многолетней практике внедрения в производственные процессы крупнейших промышленных компаний мы приобрели ценный опыт и комплексные знания. Мы эффективно используем приобретенную информацию и системный подход для поиска инновационных решений для проектов любой сложности и масштабов. Совместно с потребителями мы разрабатываем актуальные инновационные решения, которые обеспечивают нашим клиентам высокую доходность. Наши решения гарантируют процветание и благополучие не только нашим клиентам, но и обществу в целом. А что мы можем сделать для вас?